Друзья, привет! Фикс прайс Косыгина 27, индустриальный 34, энтузиастов 33. Будет обзор ассорти, покажу вам практически все отделы, и новинки, и старинки, и для любителей сада-огорода, все-все-все. Приятного вам просмотра! Жидкое мыло для рук с ароматом зеленого яблока, производитель Москва, литр 400, 124 рубля. Спрей для удаления мыльных разводов и известкового налета Мистер Пропер, содержит муравьиную кислоту, 450 мл, 199 рублей. Гель для мытья посуды АОС, большая бутылочка 900 мл стоит 199 рублей, маленькая 99 рублей, 415 мл. Гель для душа мегафрукты, я уже себе купила сочную грушу, дикий лайм и душистая малина и спелый личи. Гель очень густой и очень ароматный, 79 рублей. Корм для котиков мягкий в пакетиках Вискас. Сейчас цена по карте Фикс Прайс 22 рубля. Есть выбор пока. И такой корм тоже со скидками. И даже нашла корм Шеба. Небольшая скидка. Сухой корм тоже со скидками. Вот такой корм с курочкой 650 граммов. 249 рублей по карте. Без карты 300. И Вискас сухой. Курица есть и говядина. 99 рублей по карте. 150 без карты. Уровень с магнитом. Есть корпус серого цвета, есть черного цвета. Больше ничего не могу сказать. Ничего в нем не понимаю. 79 рублей. Пряжа для ручного вязания. Подмосковная, 50 шерсть и 50 акрил. Посмотрите, сколько много расцветок. Очень нежных. Ниточка толстая, очень мягкая. 149 рублей. Коврик 48 на 68 сантиметров. Это ЭВА материал, толстый, легкий, универсальный, эластичный. Вы посмотрите, какие шикарные расцветки. 299 рублей. Коврики преддверные 50 на 80 сантиметров. Я вчера вам показывала. Сюда также поступили. У меня коричневый уже второй год. Просто рекомендую. 249 рублей. Универсальный бокс. Три секции, размер средний. Подходит для пищевых продуктов. Очень красивая синяя расцветка. 299 рублей. Вновь поступил в продажу антистатик. Подходит для любых типов ткани. Устраняет статическое электричество. Обладает приятным запахом. 200 мл, 79 рублей. Ажурная корзина, 4 секции, размер 23 на 11 сантиметров. Есть пищевой значок. Вот такие симпатичные расцветки. Цена 79 рублей. А это новинка, коврик-массажер игольчатый, 40 на 50 сантиметров. 90 игольчатых элементов. Усиливает циркуляцию крови, расслабляет мышцы. Вот здесь вот показаны позы, места, которые можно массажировать и какое время ограниченное может лежать на этих вот шипах. Они на самом деле очень колючие. Ткань сделана из хлопка. А вот эти шипы сделаны из АБС пластика. Есть разные расцветки тканей. Цена такого массажера 249 рублей. Но он очень колючий. Полотенце вафельное, 38 на 60 сантиметров, шито очень аккуратно, 100% хлопка, производитель Узбекистан, 99 рублей. Мягкая игрушка для деток, прикольный такой шкодливый котяра, отлично, просто набитая игрушка, прикольный кот. Есть еще вот такие игрушечки и
симпатичная такая обезьянка, Люся. 299 рублей. Ну и, конечно же, теперь везде появились скатерти 120 на 150 сантиметров, жаккардовая, изготовлена в городе Иваново. Все те же три расцветки и вот такие вот узоры, цветы. 349 рублей. Но эта старинка, но очень симпатичная. Это лампа настольная с кабелем USB. Длина кабеля 20 сантиметров. Очень гибкая ножка, аккумуляторная батарея. И вот такие симпатичные мордашки и расцветки. Кто-то с рожками, в основном котики. Симпатичные. 249 рублей. Кружка вместительная, 530 мл, сделана из фаянса, с золотистыми буквами. Хороший подарок на 23 февраля. По-моему, они были в том году. 99 рублей. Чашка 280 мл, двухцветная. Это керамика. Есть расцветки, 79 рублей. Красивая тарелка, 22,5 сантиметра. Это фаянс, 149 рублей. Набор алюминиевых формочек для выпечки, 6 штук по 140 мл, 27,50. Тарелочка 21 сантиметр, это керамика, тарелки цветные, зеленые, красные, синие, тяжеловатые, 79 рублей. Белоснежное блюдо 34 на 28 сантиметров, это опаловое стекло, 149 рублей. Тарелочка 23 сантиметра, опаловое стекло в виде цветочка, 79 рублей. И глубокая тарелка, опаловое стекло, также стоит 79 рублей. Тарелки от Luminarc, производитель Франции, упрочненное стекло, 149 и 199 рублей. Красивые и качественные тарелки. Очень красивое блюдо овальной формы, 30 на 23 сантиметра. Посмотрите, какой дизайн и качество. Иран, упрочненное стекло, 299 рублей. И вот такой есть вариант. Очень красивый. Обнаружила в одном из магазинов ситечко для чая механическое. Вот так оно выглядит. Здесь нержавеющая сталь и АБС-пластик. Выдвигающую часть сита кладете чай, заварку и опускаете в кипяток. И вуаля, все готово. Цена 99 рублей. Блюдо 35 на 25 сантиметров. Посмотрите, просто оно зеркальное. Это опаловое стекло, но очень толстое. 199 рублей. Кто-то из подписчиков интересовался, есть ли шейкеры металлические. Нашла я. 500 мл, нержавеющая сталь. Горлышко дополненное ситечком. Вот такого золотистого цвета. 249 рублей. Теперь немного для садоводов. Кокосовый брикет. Получается 3 литра готового грунта. Идеальный органический материал для выращивания растений, для роз, кустарников и деревьев. 99 рублей. Почвовый брикет. 8 литров готовой почвы для выращивания рассады и черенков. Термически обеззаражен. 99 рублей. Липкая лента, защита от мух, 4 штуки, 55 рублей. Веревка джутовая, 3 штуки по 36 метров, 59 рублей.
луковицы цветов, гладиолусы в ассортименте и луковицы бегонии также в ассортименте по 99 рублей. Таблички садовые, в комплекте 20 табличек и один карандаш. Таблички есть разного цвета, 55 рублей. Сетка садовая для вьющихся растений, 2 на 5 метров, 59 рублей. Отдел «Подарки для мужчин» покажу обзором. Из года в год привозят одно и то же. Тут и есть и новинки, и старинки. В основном все альбомчики, ручки, брелки, фольгированные шары. Все видно. Пакеты. Магнитики. И так далее. Стопочки с армейской символикой. Даже набор ластиков в виде танков, ракет, самолетиков. Также есть гирлянда, называется «Космос», 199 рублей. Есть подставки для телефонов, машинки разного цвета. В общем, есть все, приходите и выбирайте. Цены нормальные. Друзья, попробовала чай в гранулах мультивитаминный. Ну, напиток и в Африке напиток, как сказала моя мама, что чай с вареньем намного вкуснее. Так что можно обойтись и без него. Друзья, сегодня не будет у нас прогулок, они будут уже завтра. Я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам самого хорошего. И пока. И немножечко масяни. Масяня, не широка ли для тебя кроватка моя, барыня? Да-да-да, я тебя снимаю. Ручки-то сложила. Ты моя зайка. Яга.